Сегодня по всей области проходят правовые профсоюзные приемы. Правовые инспекторы працы бесплатно консультуются по пытаниях обороны работников их социально-экономичных прав и интересов. Практика проведения таких бесплатных приемов у опошний четверть месяца иснуе уже целый год. И за этот час профсоюзные юристы помогли сотням жыхароў региона, что сутыкнулись с порушениями працоўнага, пенсийного и жилевого законодавства. Поступово популярность таких консультаций растет. Например, только у лютом правовые приемы наведали 50 человек. Например, на прием одной из частных фирм Быховского района обратился гражданин с вопросом о незаконном привлечении его дисциплинарной ответственности. Изучив документы, представленные данным гражданином, было установлено, что да, работник незаконно был привлечен к дисциплинарной ответственности. Нам удалось созвониться с нанимателем, объяснить ему, что да, ты нарушил закон, ты не прав. И наниматель решил добровольно, не доводя дело до суда, отменить данный приказ, и работник остался доволен.